Здравствуйте, меня зовут Олег Кушпель. Я обладатель торговой марки шоу «Мыльных пузырей» и первый исполнитель этого шоу на Украине. Когда-то я работал с Юрием Никулиным. Сейчас я показываю шоу «Мыльных пузырей» и использую в своем шоу американский супергель для огромных мыльных пузырей. Так, берем 200 грамм геля и литр теплой воды. Получается 1 к 5. Разводим. И вот у нас получается концентрат для... Ну, можно перчатки одевать, можно голыми руками. Лучше, конечно, перчатки. И вот мы тут видим пленочка. И дуем в нее. Вот делаю опять пленку. Вот видно пленочка. Вот опять дуем. Можно просто в руку. Так, берем 200 грамм геля, выливаем в ведерко. Берем 2 литра воды теплой из-под крана, чайник двухлитровый, и выливаем в ведерко. Вот получается вот такой вот мыльный раствор. Это 1 к 10 получается идеальный. Для работы на улице вот такими паутинами. Берем, становимся на улице или в помещении. Вот так вот макаем. И пошли пускать мыльные пузыри. Вот такие мыльные пузыри получаются. И они не лопаются. Здесь нет глицерина. И очень долго держится. Если ветер, он не помеха, он их подхватывает, ветер, и летит, они летят прямо в небо и очень долго держится. Ну, еще вот разочек делаем. Это такая у нас. Вот видно. Какая красота. Если взять немножко больше, вот такие немного больше, то получаются пузыри, вот такие большие пузыри. Они тоже очень долго держатся на морозе. Мороз не помеха, в помещении еще лучше. Вот так стоим и пускаем по ветру. Вот они долго не лопаются, летают еще, но очень долго держатся. Видно, что ничего с него не капает, не льется. Вот такие пузыри получаются. И на землю падает буквально пыль. Пыль на землю падает. Нету глицерина
и всего, всего подобного. Просто высыхает, превращается в водичку и больше ничего. Вот такая красота. Можно просто стоять, пускать и делать фото человека в мыльном пузыре. 30 грамм гелия, 133 грамма на 2 литра воды. Вот я выливаю 2 литра воды и 130 грамм гелия. Так, 1 к 15, вот показываю. В помещении прекрасно работает, никаких проблем нету. Дуется очень долго, достаточной концентрации 1 к 15. Вот так вот подбрасывается. То есть 1 к 10 не нужно, как на улице. 1 к 15 в помещении. Ну вот делаем пену с огнем. Тоже прекрасно пенится. Туман также с туманом. Мыльные пузыри с туманом, никаких проблем. Так, ну вот 1 к 15 в помещении. Человек в мыльном пузыре. Вот держится. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. То есть держится сколько угодно. Вот 1 к 15. Вы сами убедитесь, бесплатно можете получить 200 миллиграмм. И попробовать 1 к 15 в помещении. Как вы